Бизнесмены Костанайской области проверяют качество оказываемых государственных услуг. Первый этап акции проведен в начале года по 26 видам услуг. Уровень неудовлетворенности составил 8% при среднереспубликанском показателе 35,4%. Чаще всего предприниматели недовольны нарушением сроков предоставления услуг, например, при регистрации прекращения деятельности юридических лиц и оформления земельных участков. Нарекания вызывает и компетентность госслужащих. Сейчас эксперты палаты приступили к проведению второго этапа мониторинга, который продлится по февраль следующего года. Охвачено уже 40 видов услуг в сфере сельского хозяйства, транспорта, архитектуры, таможни, энергетики и здравоохранения. Проводится, значит, участие фокус-групп, участие тайных покупателей и метод наблюдения. Эти методы позволят наиболее качественно и объективно рассмотреть, как проводятся данные услуги, и узнать, с какими трудностями сталкиваются наши предприниматели. Результаты данного общественного мониторинга будут направлены на рассмотрение президенту Республики Казахстан в составе ежегодного доклада о состоянии предпринимательской активности.